праздник бабушек и мам. Это самый теплый праздник. Он весной приходит к нам. Это праздник послушания, поздравлений и цветов, прилежания, обожания. Праздник самых лучших слов. Сегодня в день весенний. Давайте вместе с нами спасибо скажем бабушкам, спасибо скажем маме за хлопоты, за ласки, за песенки, за сказки, за вкусные ватрушки, за новые игрушки.